Это мой любимый слайд. Можно было начинать с него. Так, давайте повторение матч-учения. Мы сейчас пробежимся по преимуществам фирмы, потому что преимущества огромные. Когда мы говорим про новый формат, легальность компании, мы проговорили. Абсолютно легально. Вы можете работать с закрытыми глазами в компании. Вы можете тратить с нами время. Коллективное управление – это речь идет о директорском совете. Любой лидер может войти в директорский совет. Если человек заявляет себя как лидер, как специалист компании, он может войти в директорский совет, и все решения принимаются коллегиально. Вот тут самое интересное. Мгновенный вывод денег и полная автоматизация. Это очень важно. Когда вы видите слово «автоматизация», люди не знают, не представляют себе, о чем идет речь. А сейчас я попробую объяснить. То есть мы работаем с Perfect Money, с Advocash'ем, сейчас еще одна платежная. Почему выбраны эти системы? Они работают 24 часа в сутки, 365 дней в году. Вы можете оперировать деньгами в 2 часа ночи, в 6 часов утра. То есть 24 часа в сутки работают. Другие системы компания не вводит. Если такие системы есть, они тоже будут предложены партнерам. Системы, которые работают с деньгами 24 часа в сутки. Теперь смотрите, что такое автоматизация. Это очень важно. Например, в магазине, в ювелирном магазине. Как только ваш партнер купил набор для своей жены, деньги, комиссия, вознаграждение партнерское, вот в этот момент, когда партнер нажал на кнопку «Оплатить», комиссия уже у вас на счету. Вот что такое автоматизация. Это когда вам дарят фактически время жизни. То есть, вот чтобы вы, я сейчас еще вам одну картинку дам. Мы очень похожи на структуру пенсионного фонда. Фактически мы близнецы. Пенсионный фонд, он стоит на формуле «одного старика кормят трое детей». Немножко больше, немножко меньше, в зависимости от рождаемости, но он существует только как раз вот за счет этой формулы «одного старика кормят трое детей». Ничего не напоминает? У нас формула, а корпорация использует формулу 1-3. У каждого человека есть три человека, которым он может сказать «да», есть программа, да, и можно воспользоваться. И больше ничего, фактически. Так вот, смотрите, что происходит. Цикл пенсионного фонда один месяц. Пенсионный фонд – это некая потоковость денег. С одной стороны, люди кладут деньги каждый месяц, с другой стороны, совершенно другие люди забирают деньги. Я называю это на другом берегу реки. Всем пенсионным фондом управляет огромный административный ресурс, тяжелый и неповоротливый. И цикл пенсионного фонда раз в месяц он отбивает это движение. Так вот, что такое автоматизация? Мы идентичны абсолютно. Мы создаем потоковость, мы создаем денежный поток. С одной стороны люди заходят, с другой стороны мгновенно люди получают. Так вот, в нашем случае автоматизация позволяет вам получить сотню платежей за долю секунды. Вы должны понимать, что здесь, благодаря интернету, денежный поток увеличивается, скорость его в 1000 раз. Вот почему возможны сейчас для вас, за вашу короткую жизнь, совершенно другие доходы. Щедрый, простой, легкий маркетинг. Вы знаете, я когда пришла в систему, я не знала маркетинг. Я знаю все маркетинги. Я работала, слава богу, с 96-го года во всех маркетингах, наверное. Но я пришла и не знала маркетинг. Я не ковырялась в нем. Просто я подключала партнера, и я видела, да, это так. Я подключала второго, я вижу, да, это так. Я подключала третьего, да. Первая программа сработала, я вижу, как она сработала. То есть, когда мы говорим о том, что учитесь работая, учитесь получать новый опыт, двигаясь, маркетинг можно не знать. Он срабатывает автоматически на цифру 3. Вы можете ничего не знать про маркетинг, потому что очень часто расскажите маркетинг.
система работает. Я могу, знаете что, я не знаю, как работает сотовый телефон, я нажимаю на две кнопки. Этого достаточно, чтобы я получила от сотового телефона то, что мне нужно. Нажимайте на цифру 3, и вы всегда получите результат. И людям скажите только одно. Не надо накручивать себя, надо просто сделать маленькие шаги, подключить, сказать 3 и помочь подключить. Обратиться к своему спонсору, к человеку, кто подключил. Помогите, мне нужно, чтобы люди тоже смогли зарабатывать. Мы зарабатываем только потому, что мы отдаем возможность зарабатывать. По-другому не бывает. Если ваши люди зарабатывают, вам не нужно больше будет беспокоиться о деньгах. Доступный вход – это очень важно. Доступный вход – это, знаете, то есть вот сейчас по нашему курсу в рублях это 1800 рублей. Это очень важно. Это может попасть внутрь, научиться, понять, как работает. Может быть, человек не сразу начнет зарабатывать, но он потихонечку поймет, что это не смертельно, не больно, не страшно. Вот этот вот вход – доступный, он позволяет любому пенсионеру, там, молодому человеку. Вы должны понимать, что каждый год на рынок труда выплескивается несколько десятков миллионов молодых людей, 18-19-летних, которые хотят зарабатывать, которые хотят обучаться, которые амбициозные, которые максималисты. Если вы говорите, мне когда говорят фразу «где я возьму людей», как бы, ну, не буду ругаться прилюдно, но надо понимать, что человечество, вообще, я вам сейчас страшный секрет открываю, человечество – самообновляющийся ресурс. Вам никогда не придется думать, где взять людей, потому что люди просто рождаются. Потому что пока мы с вами сейчас сидим, болтаем уже 40 минут, родилось огромное количество людей, и через 15-16 лет они захотят зарабатывать. Важно только, где вы будете через 15 лет. Так, 99 распределение денег в структуре. Это одно из преимуществ, которое фактически делает нас лидерами сетевой индустрии. То есть, когда Лариса Баженова, одна из акционеров, говорит фразу 99% реферальных, не все понимают, о чем идет речь. Я сейчас вам постараюсь объяснить, профессионалы точно меня поймут. Это очень важно. Это то, что позволит вам разговаривать с очень крупными сетевиками, у которых огромные команды. И они тоже хотят, чтобы их команды зарабатывали. Это очень важно. Что такое 99% реферальных? Ни одна производственная фирма, просто у нас интеллектуальный продукт. Мы можем позволить себе 99% людям. Это как бы право правообладателей отдать нам деньги за сбыт компьютерной программы. Любая производственная фирма может заплатить в сеть только 10%. Это факт. Я работала в крупном опте, я работала в сети. Сеть – это тоже крупный опт. Я возьму круглые цифры. Если ваша команда делает 1 000 000, любой сетевик знает, что ему заплатят с сети не с розницы, а с сети, только 10%. Если он не выполнит одно из 3-4 условий компании, чек у него будет 5-6%. Это знает любой сетевик, который добирался до больших товарооборотов. И все. Это хороший очень процент, 10%. Это очень хороший процент. Но это никакого отношения не имеет к 99%. Вы просто можете сказать любому сетевику, который хочет в сети зарабатывать. Сейчас есть возможность получать в сети 99%. Она есть. Человеку надо просто попробовать и научиться. Люди никак не ожидают, что им не будут врать. Антикредитная программа – замечательная программа. Если вы себе не доверяете, вы можете поставить на автомат, и программа будет копить вам деньги.
То есть, если у вас есть какой-то финансовый кризис, вы можете воспользоваться антикредитной программой. Все получают одинаково. Это очень важный тезис. Вот он, девятая строчка. Что значит «все получают одинаково»? Это важно, потому что очень часто вы будете сталкиваться с фразой «ага, а вот я сейчас вот приду, и на мне все закончится. А сколько я заработаю, если я не первый?» В системе этого нет. Мы возвращаемся к тому, что человечество самообновляющее. Нет последнего. Пока мы разговаривали еще 5 минут, еще сейчас родилось несколько десятков тысяч детей. Не беспокойтесь о том, о чем не надо беспокоиться. Что значит одинаково? Смотрите, что происходит. Владельцы фирмы, когда выпустили программу на рынок, сделали одним из условий, что они получают с сети 99%. То есть они, владельцы, зарабатывают только с сети. У компании ничего нет. Деньги только у партнеров фирмы. Только на счетах партнеров деньги. Что это дает? Во-первых, когда вы приходите, например, через 2 года, ребенок подрос, и он заходит в систему, он хочет зарабатывать, так вот он заходит, и он зарабатывает как владелец фирмы. Фирма ему платит тоже 99%. Я пришла 3 месяца назад. Человек, который зайдет там через 3 года после меня, ему будут платить столько же, сколько мне. Условия для всех абсолютно одинаковые. Так не было никогда. Просто привыкайте к хорошему. Это возможно. Когда мы говорим про новый формат, владельцы фирмы просто сделали шаг вперед, и все получилось. Так, тройные выплаты. Ну, про утроитель мы говорили. Выплаты вообще могут быть десятерные. Готовьтесь. Так, вот это очень важно. Один заходит, получают несколько партнеров. Сама формула устроена так, вы можете ее просчитывать, можете не просчитывать. Сама формула устроена так. В момент, когда человек заходит, приобретает программу и активируется в ней, в этот же момент этот платеж рассыпался на счета партнера. Мгновенно, в эту же долю секунды. Просто согласно программе, иногда платеж попадает одному человеку, иногда он рассыпается на 3-4 человека, иногда он рассыпается на 63 человека одновременно. Нам не нужно беспокоиться. Система работает. Система работает идеально. То есть год ушел на то, чтобы эту программу написать. Ровно год, потому что автоматизация произошла в феврале этого года. Ровно год ушел на то, чтобы написать эту программу. Просто отдавайте ее людям.